Тема сегодняшнего урока будет синхронизация левой и правой руки, то есть соединение левой и правой руки. Существует три основных правила, которых мы должны придерживаться, чтобы у нас все шло гладко. Первое правило. Не ставим пальцы одновременно. Ставим их по очереди. Второе правило. Готовим пальцы заранее. То есть они должны находиться уже близко к струнам, то есть над теми струнами и над теми ладами, где мы будем прижимать. И третье правило. Сначала мы звук извлекаем правой рукой, а потом ставим пальцы левой. То есть правая рука не ждет левую. Теперь давайте посмотрим, как это работает. Медленно. Сначала мы играем одной рукой. То есть синхронизация рук нам не нужна. Дальше. Я готовлю пальцы и ставлю их по очереди. Сначала на третью струну, потом на вторую. Дальше. Я сразу играю открытую струну. То есть правая рука не ждет левую. И вот я готовлю пальцы по очереди. И то же самое делаю и дальше. Thank you.